Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в Microsoft Flight Simulator. Сегодня мы посмотрим на модификацию, которая позволит нам полетать на истребителе-штурмовике FA-18. Вы только посмотрите на этого красавца, сине-желтого. Нет, это не украинская раскраска, просто очередное совпадение. И первая модификация от мододелов, которая добавляет именно истребитель, боевой самолет в игру. И сегодня мы детально рассмотрим данную модификацию, а для начала мы посмотрим на характеристики. Крейсерская скорость 580 узлов. Помимо указания характеристик, также присутствует описание, к сожалению, на английском языке по понятным причинам. И также неидеальная модификация, HUD, например, не работает, и многие датчики не работают. И также, если вы достигнете скорости более 800 узлов, то истребитель начнет колбасить дико. В общем, не без проблем, ошибок довольно много, но, возможно, автор будет улучшать свою модель. По крайней мере, это первая модификация, которая добавляет истребитель, так что, может быть, другие мододелы подтянутся. И автор этой модификации решил остаться анонимным по известным причинам. Так, ну а мы сейчас организуем первый полет. Я предлагаю выбрать военную базу как раз-то для наших целей подойдет на это место. Так, ну распластался неплохо. Можно лететь. Заспавнились. Замечательно. А что насчет шасси у меня? Такой вопрос возникает. Это вообще есть шасси? Как мы будем взлетать? Ну, видимо, и так сойдет. При этом двигатель вы запустить с нуля не сможете. Да, как вы видите, много всего не работает, и кабина пилота не такая проработанная, как хотелось бы. Мы видим размытые текстуры, не самые лучшие модели. Но, тем не менее, поклацать здесь что-то можно покрутить и так далее, взаимодействовать с приборной панелью. Так, ну ладно, давайте попробуем. Великолепные звуки, но я, по-моему, застрял. А нет, смотрите, передвигаюсь. Но скорость не набираю. Ползу, как черепаха. Скорость при этом никак не набрать. Да, к сожалению, шасси, похоже, тоже не работают. Я хвостиком, конечно, могу помахать, но эта погода особо не сделает. Вот мы и в воздухе. А про шасси, кстати, ничего написано не было. Так, ну вот совершенно другое дело. Нужно какую-то воздушную базу организовывать и подвешивать самолеты канатами, по всей видимости, или цепями какими-нибудь. Иначе взлететь с аэродрома невозможно. Так, ну что ж, скорость уже 350, и самолет ведет себя довольно неплохо. Минимальная у нас информация, когда я включаю камеру от третьего лица. Так, давайте вернемся в кабину пилота. Да, ну кабина пилота, конечно, из-за вот этих вот визуальных черточек не так хорошо выглядит. Огромное количество нерабочих датчиков. Но при этом на безумных скоростях интересно полетать. Уже 530. Как и предупреждал автор модификации на странице с модом, колбасить нас начнет на скорости 800 узлов. Давайте попробуем достигнуть этой скорости. Вот сейчас довольно стабильно. Что даже удивительно, на геймпаде очень удобно управлять этим истребителем. А вы только посмотрите на эти цвета. Может быть, в Украину пора лететь? Я не уверен до конца. 600, дамы и господа, узлов, и мы продолжаем. Продолжаем набирать постепенно высоту. 5600 высота. При этом одинаково мы набираем и скорость. Очень стабильный истребитель. Хотя вот когда мы перемещаемся в кабину пилота, уже какая-то встряска небольшая есть. Но это лишь небольшая турбулентность. Небольшие вибрации. Они практически не ощущаются. Как будто едешь просто по грунтовке. С хорошей подвеской на автомобиле. Какой-то холмик виднеется вдалеке. А мы продолжаем наш полет. Сегодня я летчик-испытатель. И боюсь я, что ничем хорошим не закончится наша сегодняшняя поездка. Хотел сказать я, наш сегодняшний полет. Давайте рассмотрим пилота поближе. Пилот тоже проработан.
Здесь игнорируются ваши настройки. Неважно, какого пилота вы выбрали, все равно будет отображаться эта моделька, которая идет вместе с модификацией, которая является частью модификации. Итак, скорость 570. Давайте набирать скорость, а то я высоту невероятную уже набрал. Пора достигнуть 800. Уже вибрация в геймпаде. 750 узлов. 770. Высота 7200. Пока довольно стабильно. Да, я вижу, точнее ощущаю, еще более серьезную тряску. Не знаю, слышите ли вы, как геймпад сейчас безумно вибрирует. Но полет по-прежнему стабильный. Да, его трясет. Вот и 800. Мы достигли скорости 800 узлов. Продолжаются переговоры с диспетчером, но ни к чему это, конечно же, не приведет. Потому что мы уже пролетели значительное расстояние, и садиться мы вряд ли будем здесь. Так, это, если что, полные обороты. Просто рут не отображается. И вот сейчас я начну снижаться, попробуем больше, чем 800 набрать скорость. Резко начнем снижаться. 805. Ну все, это похоже максимум, это похоже потолок. Я резко начинаю снижаться, но скорость сильно не увеличивается. А теперь на такой безумной скорости я предлагаю совершить какой-нибудь маневр. Например, вот такой вот. Соединенные Штаты. Я ловко могу менять направление и совершать всевозможные маневры, при этом оставаясь в воздухе на безумных скоростях. До сих пор по-прежнему 80 узлов. Ладно, давайте сбавим обороты. А то эта вибрация мне уже поднадоела, честно говоря. Сбавляем обороты. Скорость 700, скорость 600. И можно держать где-то в этом районе. 600, скорость подходящая. Мы продолжаем кружить в Соединенных Штатах Америки. Просто парадный какой-то самолет. Я не знаю, откуда эта раскраска. Там какие-то надписи мы могли видеть. Возможно, это как раз какой-то и парадный самолет. Для того, чтобы кружить в воздухе и рисовать различные фигуры на праздниках. Так, скорость 500. Мы все выше и выше поднимаемся. Продолжаем движение. Да, ну, конечно, в кабине не так долго хочется оставаться непосредственно в кабине пилота из-за того, что портит впечатление вот эти вот прямоугольники, линии и так далее, все вот эти вот черточки. Если бы их хотя бы сделали прозрачными, было бы гораздо лучше. Но тем не менее, дамы и господа, мы сейчас с вами наблюдаем за первой модификацией, которая добавляет боевой самолет, штурмовик-истребитель. В ближайшем будущем, я думаю, появится что-то еще интересное. Может быть, космический какой-нибудь корабль. Что угодно ведь можно разработать, смоделировать и добавить в эту игру. Хоть летающий диван. Возможно, нас и подобные модификации скоро ожидают. А мы парим над небесами, продолжаем наш полет с невероятной скоростью. Очень приятно управляется, несмотря на всю сырость модификации, управлять очень приятно. Он послушный, невероятный, я могу совершать любые маневры и не бояться за свою жизнь. Делать могу что угодно, да, конечно, подколбашивать иногда будет, но перегрузки отключены. Причем в воздухе шасси работают, я могу их выпускать, и, соответственно, мы можем осуществить приземление. Правда, не знаю куда, давайте снижаться, найдем место для посадки. Этот истребитель, мне кажется, я смогу посадить куда угодно. Так что, возможно, проблема была исключительно с той взлетно-посадочной. Может быть, если я выбрал другой аэродром, я бы не застрял шасси в асфальте взлетно-посадочной. Может быть, это просто такой спавн был. Шасси, как вы видите, полностью функционирует. Так, ну давайте пока что их уберем. На посадку мы еще не собираемся идти, потому что я не выбрал место подходящее. Да, ну и внешне, визуально,
от третьего лица, по крайней мере, самолет выглядит отлично, моделька. Но если рассматривать поближе, то огромное количество недочетов и в плане визуала, и в плане функциональности, куча ошибок и так далее. Но учитывайте, опять же, что это сторонняя модификация. Это лишь аддон пользовательский, который добавляет дополнительно модельку. Так, но я не уверен, что вот здесь вот хорошее место для приземления. Аэродром где-то вон там, по правое крыло. А здесь довольно красиво, особенно в облаках, если парить. Так, мы постепенно снижаемся. Я не знаю, на какой скорости мы будем приземляться, но похоже на скорости где-то в 200. В 200 узлов. Медленнее, возможно, я не смогу. Я сбавляю обороты, конечно. 380. И пытаюсь как-то стабилизировать ситуацию в плане скорости. Какие интересные земли. Но боюсь, я здесь не подходящий ландшафт для посадки. Так, 350. Да я могу еще ниже, наверное, лететь спокойно, при этом контролировать полностью ситуацию. Резко поднимаюсь, опускаюсь, поднимаюсь, опускаюсь. Я чувствую, что самолет полностью под моим контролем. Так, 200, уже скорость есть. Какая-то деревушка. Пролетаем также мимо ручья. И сейчас где-нибудь возле холмов и приземлимся. 180, я предлагаю выпускать уже шасси. И вон там у первого ближайшего холма попробовать приземлиться. Прямо вот здесь где-нибудь. Довольно жесткая посадка, но при этом стабильная. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Повернуть здесь хотел аккуратненько, чтобы дерево не задеть. Я пытаюсь тормозить, но получается это делать довольно медленно. Да, если бы не это дерево, я бы и крыло не повредил. Но теперь считайте, что у нас значительное повреждение правого крыла. Итак, остановились. Но теперь можно взлететь, опять же, с шасси нормально, которое не проваливается никуда. Здесь действительно довольно красивое место. Так, ручной тормоз. Boeing FA-18 Hornet. Это в переводе шершень. Синя-желтый шершень. Так, и здесь даже какой-то герб изображен. Не знаю, что это за герб. Такое ощущение, что это герб какой-то футбольной команды. Воздушные силы Соединенных Штатов. Так, ну что ж, и теперь, я думаю, с легкостью мы сможем и взлететь. Никаких помех, препятствий я не вижу. Набираем довольно быструю скорость, 60, 90, и все, можно уже оторваться от земли. Опять дерево, но на этот раз я пролетел повыше. Все, ну замечательно, сразу же набираем серьезную скорость, уже 240-250, мы уже по 300, приближаемся к порогу соответствующему и продолжаем полет. Посадка и взлет работают, но не всегда, как мы узнали. Можно сейчас попробовать где-нибудь в другом месте заспавнить самолет на каком-нибудь другом аэродроме. Ну, давайте выберем любую точку. Как в детстве глобус крутишь и вертишь, и потом тыкаешь в рандомное место. Вот здесь вот, допустим, вот на этих островах. Ну, замечательно. Вылет запланирован, самолет выбран, полетели. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Да, абсолютно то же самое. То ли шасси не выпущено, мы можем сейчас сами убедиться. То ли они просто застревают в асфальте. Но, по всей видимости, они просто не выпущены. И выпускать уже в такой ситуации бесполезно. Можем включить режим разработчика. Есть шасси или нет? Так, а теперь мы его выключаем. Тихо. Активная пауза. Да, шасси просто не выпущены. Как вы видите. Можем выпустить и резко нырнуть, возможно, не знаю. Давайте попробуем вырубить активную паузу.
Нормально, нормально, нормально. Небольшое соприкосновение, конечно, с водой. Подколбасило наш истребитель, но тем не менее, профессиональный пилот, как всегда, ловко справился с управлением и взял под свой контроль истребитель, продолжая движение. Да, теперь немного мокрое шасси, но в основном все замечательно. И здесь тоже довольно красиво, какие-то острова, мы можем поменять погодные условия. При синхронизации с реальной погодой здесь довольно ясное небо, но если мы разорванную облачность установим, то будет еще красивей. Да, но с видом из кабины, конечно, не очень. Летать. Но, опять же, может быть, разработчик обновит модификацию, а может быть, он просто, как первопроходец, решил продемонстрировать, что в игру уже сейчас с доступным инструментарием для разработчиков можно добавить нечто подобное и вот такую вот технику. За облаками скрылся остров. Давайте резко снизимся и проберемся сквозь эти облачные гущи, сквозь сахарную вату воздушную и прямо к этому острову нырнем. Вот здесь давайте попробуем приземлиться на взлетно-посадочную. Похоже, полосы мне не хватит, ручник ставлю. Нормально, нормально, идеально. Великолепно. Потрясающее приземление. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.